солнечная, да? Угу. И здесь солнечная, да, только да. Здесь холодная. Холодная, да. Потому что на фотографии так случилось. А здесь тепленькая, так как нам и надо. Значит, берем жидкость, берем белильца, берем голубильца, желтильца, получился зеленый. Плюс коричневильца, получился теплый зеленый. В пользу желтого еще теплее зеленый. С коричневым охристый зеленый. Избавиться от белого полностью. Понашвырять цветовых. Вплоть до оранжевостей. Вот они, вот они. Да, вот такое создать. Закрепишь, если что. Вот такое создать. Количество краски примерно то, которое ты видишь. Нашвырять, нашвырять. Можно даже с продресью чуть-чуть краски. То есть не обязательно плотно. Даже вот с такой протертостью. Можно даже где-то, чтобы холст остался недозакрашенным. Хорошо? Давай. Возьмешь, вот так подотрешь под будущие цветки. Подотрешь, подотрешь. Возьмешь на палец розовый, белый. И выбирая цветки, по мере, сейчас будем смотреть, кого мы из них выберем. Вот этот явно хороший парень. Он там висит, занимает выгодное стратегическое положение. Он сбивает эту линию, да, которую они выстроились. Да. Вот. Вот накидаешь его. Смотри, пальцем вот такую меру краски. Больше никаких разжижений. Только. Только. Вот они. Тут же беленький. Берешь чистые белила. Укладываешь. Пока эскизно-наброского идею белого цветка, не пытаясь над ней сосредоточиться. Но сначала подтираешь, ты видела, да, я подтер. И так все цветки. Возьмешь голубой коричневый и накидаешь первые проявления зелени. Да. Палец очень технично это уложит. Кисть сразу выдаст новичка, а палец не выдаст. Вот они. Плюс ноги этих цветков. Вот они. Накидаешь, накидаешь. А потом пойдем дальше. Значит, подтираешь и укладываешь. Да, но этот номер делается иначе. Подтереть. И вот на примере вот этого красавчика сейчас посмотрим. Так, зеленого тебе тоже столько не нужно. Подтереть. Розовый можно мешать с коричневым, с желтым. Мера краски очень небольшая. Причем в теневых совсем малая мера краски. Чуть больше в световых. Мало того, посмотри, вот сейчас в теневых появляется как бы прозрачность цветка. Так, а белила у тебя? Светлее лягут, вернее, плотнее лягут светлые места, но не в эту меру. Вот мерочка небольшая. Смотри, подолгу иногда навязываю один лепесток. Прямо навязываю. Смотри. Пытаться форму, что ли, да? Ну смотри, вот он, вот оно. Прямо само. Палец так рассчитан, палец так устроен, что он уже выдает идею лепестка.
Вот они. Вкусненько? И мера соблюдена, да? То есть нет перебора краски. То есть та мера, которая еще пока моделируется. То есть избегаем чрезмерного наполнения густотой, потому что не будет моделироваться. А вот эта мера еще моделируется. И только самые уже последние будут еще гуще. Еще ярче. Давай в таком ключе. Хорошие звучики. Единственная какая проблема? Слишком много одиночных выстрелов. Да. Смотри, да, как бы это делал... Профессионал. Ну, здесь минимум цвета не хватает. Смотри, какой он нарядный. Белый, да, с розовым. Смотри, я несколько раз навязываю... Смотри, как я их навязываю. То есть это не одно движение, а целый ряд движений. Целый ряд движений. Смотри, это не вот так. Смотри, сколько я движений одинаковых, я еще не знаю, вернее, навязывательных делаю. Вот они, прямо в одном прикосновении 5-6-7 движений. Ты согласна? То есть не вот это, хотя красивенько. Красивенько. Вот этот можно вполне такими оставить. Зеленый туда, под него. Чтобы он стал в пространстве. Логично? Чтобы не все было только шариками. А, ну и чтобы вообще появилось пространство. Такая оторванность цветка. Ну и как-то по форме немножко врешь. Смотри, там есть вот такие листья. И есть... Вот такое. Дом 6, корпус. Вот такие 6, листья есть. Корпус 1. Да? 6, корпус 1. Ну, есть же. Есть очень белый вот здесь, который недобран. Смотри, какой белый нарядный кусок. Согласна, да? Ну ты видишь, это не вот это. Мало того, что это технично, это видно, что раз-раз-раз, лепка, скульпторность. Скульптурность. Мастихином потом. Мелкого мастихина у тебя здесь нет? Почему-то. Да, да. Игорь, значит, нижняя часть у меня какая-то пустая. Мне кажется, слишком. Не знаю, даже издалека. Значит, смотри. Здесь у нас этот. Получается, вот только последней линии. Здесь у нас этот предметик. Может, это что-нибудь по ладочке? Я не знаю. Предметик. Показать его. Так. Показать ноги этих ребят. Вот они. Угу.
Я очень понимаю. Вот они, ноги. Можно, можно. Вот они. Грязновато, мне кажется, получается снизу. Несколько листьев светлых. Но прежде чем светлые, возьмем коричневый, голубой. Будет вот такой чернявый цвет. И чуть-чуть вот такую очерченность кое-где подсунем. Не везде одинаково, но подсунем и вот такую очерченность. Выразительность появилась, да? Ну, да. Каркасность, объем, мощность. Сюда тоже навязать этих ребят. Коричневый, синий. Потом нужно будет сыграть на касаниях. Вытирая палец, приведешь это вот в такое состояние. Вот такое. Вот оно. Смотри, на касаниях становится как бы толщина лепестков появляется. Ты видишь, да? Прямо толщина лепестков появляется на касаниях к этому темному. За счет... На конце оставлять, да? То есть белую добавлять, да? Все те черты. Да-да-да, ага. Пройтись с хорошо, этими касаниями. То же самое с розовенькими. А центр потом? Или как? В смысле? Ну, продолжить, да, наполнять ну, содержание. Как? Так же, вот, как вот эта часть нижняя, или все-таки там другим стоит процентом, не берешься. Значит, чуть-чуть смуглости наполнишь. В эти места, там где теневые. И тогда их перерубишь уже более светлыми. Ну, вот уже тут можешь свои эти действия применить. Ну, сделай хотя бы вот до этого состояния все цветы. Хорошо? С учетом их формы. Нет, ты продолжи несколько еще понашвыряй. И вот здесь где-то темнотик может быть, а здесь светлотик. Там желтый добавлять или какой-то там какой-то. Смотри, где-то листик светлый. Причем, если это будет вот так жестикулятивно, это хорошо. То есть это будет. Это будет некий шик укладки. Хорошо? А все равно молодец. Да. Ой, какие хорошие листья. Да? Да. Ногам, может быть, не хватает ног. Чуть-чуть. Сейчас. Или вот здесь в воздуху как-то. Зря ты это зажала. А я не зажала, я провалилась. Ага, все. Ножка туда провалилась, за комок. Ясно. Значит, пальчиком вот так пройдешься. И что? Ну, чтоб не было этого белого. Ладно, это не главное. Чуть-чуть ноги пусть видны будут. Вот они. А у вас буду? Ну и все. Мне хочется. Что-то не хватает легкости какой-то. Смотри, да? Тяжелый весь букет получается. Вижу. Хорошо. С ногами лучше.
есть. Такие можно там, да, да. А там какой-нибудь голубизный такой воздух какой-то тоже легкость, чтобы появилось. Так. Рыбки. Да? Что-то такое кругленькое. Фон мне нравится. Потом слишком зеленый болот не получился. Да? Ну, во всяком случае, он солнечный. Я не знаю, зря, по-моему, на него. Потому что одинаково везде, просто не видно, что это может быть высокости вверху. Значит, возьмешь тряпку. Вот это у меня не получился, да? Красиво он там сидит, не знаю. А вот здесь вот нет, как мне кажется, они как прислепились. Чуще. Какой-то контур. Боюсь испортить. Я сейчас и розоватый, и желтоватый. Пусть будет вот этот звук распадающийся, взрывающийся. Вот как ты к этому относишься? Ну, если не, такое не нравится, то можешь переделать в идею. Мне кажется, что-то в этом и есть. Нет? Получается, свет за ними. Такой, взрывчиком. Ну, если хочешь, достроишь в этом ключе. Но, в любом случае, тряпкой очень эффектно можно дополнять потом. Причем, ты видишь, на касаниях становится красиво. Красиво становится. Чуть дополнишь где-то. Ну, ты согласна, что касание красивое становится? Или не очень? Не очень. Ну, извини, это.
Должно быть красиво. Получается одинаковый фон, но мне не нравится, что одинаковый здесь и здесь. Должно же отличаться, но воздуха как-то там не хватает, мне кажется, вверху. Ну, хочешь голубой вводи. Будет воздух. Их все-таки съела, да? Угу. Вот это пространство между ним, пусть бы чуть-чуть появилось. Пространство. Ну да, тут пространство, да. Оторвался. Да, основные какие-то, как они все прям как-то скрепились. Ну вот белым, если хочешь, под бомби. Где? Там, где у нас очень бело. Вот в таких местах. Прямо такой восторг густоты и светлоты. Да, свет тень произошел. Угу. То есть на белом хорошо выявить свет тень. Прикольно. Что, опять отправлять? Ну, можешь ему парочку этих лепестонников подсунуть. Давай. Что, давай? Ставь точку. Где? Где-нибудь еще что-нибудь.